В республике расширяется волонтерское движение. Тысячи мальчишек и девчонок ежегодно выступают в ряды добровольцев. Как организована работа отрядов юных умельцев в Алекминске, смотрите в нашем следующем сюжете. Чище, светлее, ярче. Наш девиз. Мы ребята-волонтеры, чисто тем и скажем «да». И ровесникам подскажем волонтерам быть всегда. Летом этих мальчишек и девчонок можно было увидеть во всех точках города и своих сел. Организованными бригадами ребята точечно убирали территории, садили цветы, словом, делали все, чтобы стало чище. Я сегодня смотрю на этих детей и радуюсь, что вот эти вот ребята – это наше будущее, которые могут и будут делать для чистоты улиц, убирать там, выращивать овощи, заботиться о престарелых. И хорошо, если нас будет вообще больше. Волонтерское движение активно и каждый год собирает все больше сторонников. За летнее время ребята узнали друг друга значительно лучше, ведь в работе раскрываются совсем другие качества характера. Чтобы родину любить, патриотом нужно быть. С уважением приветствовали собравшийся слет власти района и города, отметив, насколько важна помощь. Такая работа, ну, которой не каждый-то и согласен будет. А вы вот, ребята, наши ребята городские, согласны все лето работать, невзирая ни в дождь, ни на слякоть, как бы за свое личное время. Главное, эти ребята вряд ли равнодушно пройдут мимо тех, кто мусорит, поскольку точно знают цену своей работы. Вместе мы силы, все вместе прорвемся, мы волонтеры, всего мы добьемся. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.